Не секрет, что в Казань, в частности в КФУ, с визитом приехала делегация из научного совета фонда Сколково. В рамках визита в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялась открытая лекция профессора Университета Южной Калифорнии в городе Лос-Анджелес, США Владимира Зельмана. Тема его лекции «От медицинской генетики до геномной медицины глазами очевидца». Я сегодня буду говорить о двух самых крупных биологических проектах последних 50 лет. Это геном человека и так называемая neuroscience, наука о мозге. Я был неким свидетелем, активным свидетелем этих двух проектов, вот живя в Лос-Анджелесе, в университете, в котором это все, так сказать, было частью этих проектов. Прослушать лекцию американского ученого мог любой желающий, начиная от студентов и заканчивая уже опытными врачами. Подобные лекции с учеными из научного фонда Сколково проводятся еще в нескольких институтах КФУ по разным направлениям. И нужно признать, что эти лекции очень популярны среди студентов. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз.